В Красноярском крае не все места для крещенских купаний оказались безопасны. Такие данные приводит Роспотребнадзор. По результатам исследований, непригодной для купания признана вода в реке Кача в поселке Солонцы и поселке Емельяново, а также в реке Енисей в селе Частоостровское. Пробы воды, взятой в указанных местах, не соответствуют гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям. Также по микробиологическим показателям не прошла проверку вода из проруби в реке Енисей на территории города Енисейска. В настоящее время главам перечисленных населенных пунктов направлены предложения о запрете мероприятий по организации массовых купаний.